Весна 45-го года. Одним она вспоминается ранней, другим поздней. Ну и неудивительно, 40 лет прошло. Но все сходятся в одном. В самом воздухе, весеннем воздухе, чувствовалось приближение победы. И те из солдат, которые до войны были хлеборобами, понимали, что если не успеют к пахоте, то к уборке урожая наверняка вернутся домой. Оборонять столицу до последнего патрона, до последнего человека. Противнику нельзя давать ни минуты покоя. Он должен быть ослаблен и обескровлен в густой сети оборонительных узлов и гнезд сопротивления. Каждый утраченный опорный пункт должен быть возвращен контратакой. Берлин может решить исход войны. Некоторые буржуазные историки сегодня пытаются внушить западному читателю, что немецкие войска в 45-м были уже не боеспособны. А оборона Берлина была организована непродуманно. Их цель ясна – принизить значение нашей победы в берлинской операции. А между тем, архивные документы свидетельствуют. Немцы имели под Берлином 4 армии численностью в 1 миллион человек, более 10 тысяч орудий и минометов, 1500 танков и самоходных орудий, 3300 боевых самолетов, а в самом Берлине формировался 200-тысячный гарнизон. В течение всей войны мне пришлось быть непосредственным участником многих крупных и важных наступательных операций. Но предстоящая битва за Берлин была особой, ни с чем не сравнимой операцией. О ситуации, сложившейся к началу берлинской операции, рассказывает генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко. В конце января советские войска вышли на Одер и находились в 60-70 километров от Берлина. Советское командование приняло решение продолжать наступление и силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов овладеть Берлином. Однако в начале февраля обстановка складывалась для нас неблагоприятно. Противник, стремясь сорвать наше наступление на Берлин, сосредотачивал в Померании крупную группировку войск и готовился нанести сильный контрудар с севера. Замышлял он удар и с юга, и с Силезии. Угроза контрудара, отставание тылов, а также необходимость пополнить потери вынудили Ставку Верховного Главнокомандования наступление на Берлин временно отменить. К началу апреля советские войска разгромили группировки противника в Померании и в Силезии. К этому времени были восстановлены коммуникации, пополнены запасы, укомплектованы войска и созданы все условия для окончательного завершающего удара по врагу. 29 марта по вызову Ставки в Москву прибыл Жуков. Поздним вечером его принял Сталин. Немецкий фронт на Западе окончательно рухнул. И, видимо, гитлеровцы не хотят принимать мер, чтобы остановить продвижение союзных войск. Между тем, против нас они усиливают свои группировки. Видимо, драка предстоит серьезная. Когда наши войска могут начать наступление? Первый Белорусский фронт может начать наступление не позже, чем через 2 недели. Первый Украинский фронт тоже будет готов к этому сроку. Второй Белорусский фронт задержится до ликвидации противника в районе Данцига и Гдыни. Ну что ж,
Придется начинать операцию, не ожидая Рокоссовского. Если он опоздает на несколько дней, не беда. Вот, познакомьтесь. Письмо было от одного из иностранных доброжелателей. В нем сообщалось о закулисных переговорах гитлеровских агентов с официальными представителями союзников, из которых становилось ясно, что немцы предлагали союзникам прекратить борьбу против них, если они согласятся на сепаратный мир. Ну, что вы на это скажете? Думаю, Рузвельт не нарушит Ялтинской договоренности. Но вот Черчилль, этот может пойти на все. Я был первым из известных политических деятелей, открыто заявившим, что мы должны иметь Германию на своей стороне против русской коммунистической агрессии. Наша разведка сообщала, в Цюрихе эмиссар Гитлера Карл Вольф ведет переговоры с уполномоченным бюро стратегических служб Соединенных Штатов Алленом Даллесом о заключении сепаратного мира. Сложился определенный стереотип. Все сепаратные переговоры велись по одной линии. Вольф, Даллес. Но на самом деле это было далеко не так. Каналов связи существовало много. Но главный и самый прочный из них – это тесная связь между монополистическими объединениями Германии, Соединенных Штатов и Англии. И вот в течение всей войны авиация союзников тщательно выбирает объекты для бомбардировок. Не дай бог попасть в сталелитейные или крупные военные предприятия, связанные с соглашениями с различными американскими концернами. Да и связь эта была давно известна. Еще весной 42 года, только за неделю, было выявлено 162 картельных соглашения между германским концерном IG Farben Industrie и различными американскими предприятиями. А концерн этот производил и смертоносный газ для узников концлагерей. Одним словом, Соединенные Штаты в течение всей войны через другие страны поставляли нацистской Германии редкие металлы для военной промышленности, смазочные масла и так далее. В общем, я думаю, понятно, чьи интересы прежде всего представлялись во время сепаратных переговоров. В Москву пришла такая шифровка. Отношение Даллеса к предложениям Вольфа позитивное. Уже назначено обсуждение технических подробностей капитуляции. Я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг. Сознавая, что минутная выгода, какой бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками. Переговоры в Швейцарии были прерваны. Прежде всего, это объяснялось твердой позицией советского руководства по отношению к этим переговорам. Кроме того, союзники были крайне заинтересованы в активном участии советских войск в боевых действиях против Японии. И, следовательно, идти на конфликт с нами им было не с руки. И, наконец, явный распад гитлеровского государства делал попытки политических контактов с нацистской верхушкой бесперспективными. Размышляя над ходом берлинской операции, я отмечаю в ней ряд характерных особенностей. Прежде всего, краткий срок подготовки, всего 2 недели. Вспомним, такие операции, как Сталинградская, Белорусская и другие, готовились не менее 1-2 месяцев. Сроки были обусловлены главным образом создавшейся военно-политической обстановкой последнего этапа войны, когда необходимо было сорвать планы военно-политического руководства нацистской Германии, направленные на то, чтобы затянуть войну, посеять рознь между участниками антифашистской коалиции, вступить в сепаратную сделку с американо-английскими правящими кругами. Отношения с союзниками заметно ухудшились после кончины президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта. Мы разделяли скорбь американского народа. С именем Рузвельта было связано установление дипломатических отношений между нашими странами. И его вклад в создание антигитлеровской коалиции был значителен. Незадолго до своей кончины он сказал: «Мы одни не можем жить в мире. Наше благополучие зависит от благополучия других. Единственный способ иметь друга – быть самому другом».
Едва успели прозвучать слова присяги, произнесенные новым президентом Гарри Труманом, стало ясно. Рузвельтовская политика сотрудничества будет пересмотрена. Трумэн и его ближайшие советники в своем мнении были едины. Наиболее разумной стратегией в отношениях с Россией будет жесткая позиция на переговорах и решительный язык. Итак, шел апрель последнего года войны. Англо-американские войска форсировали Рейн и завершили ликвидацию русской группировки противника. Наши же армии вышли к реке Нейсе, вели бои на левом берегу Одера. Уже была освобождена Польша, Венгрия. Уже наши войска заняли столицу Австрии, Вену, овладели Восточной Померанией. Но еще гремели бои в Югославии, и еще часть Чехословакии была занята врагом. На подступы к Берлину советские войска вышли к середине апреля. И союзники были совсем не прочь захватить Берлин, что противоречило договоренности, достигнутой на Крымской конференции. Ничто не окажет такого психологического воздействия и не вызовет такого отчаяния среди всех германских сил сопротивления, как падение Берлина. Для германского народа это будет самым убедительным признаком поражения. Кроме того, существует еще одна сторона дела. Если русские захватят Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу? С политической точки зрения, нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток. И что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять. Если окажется, что можно без больших потерь продвигаться на Берлин, я хочу это сделать. Я первый согласен с тем, что война ведется в интересах достижения политических целей. И если Объединенный штаб решит, что усилия союзников по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто военные соображения, я с радостью исправлю свои планы и свое мышление так, чтобы осуществить такую операцию. Вопрос о захвате Берлина союзными войсками окончательно был снят лишь тогда, когда на Одере и Нейсе советские войска до основания потрясли немецкую оборону. А берлинский оборонительный район, включавший три обвода, был всесторонне подготовлен к упорной обороне. Готовясь к отражению наступления советской армии, гитлеровское командование за счет запасных частей восстановило численный состав и техническую оснащенность почти всех дивизий. Для того, чтобы обеспечить необходимое пополнение частей Восточного фронта к началу решительного наступления русских, нам пришлось расформировать всю резервную армию, то есть все запасные части, военно-учебные заведения, и бросить их на пополнение наших войск. Было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшая Берлин, была выведена на передний край. 14 апреля Гитлер обратился к войскам. Мы предвидели этот удар и противопоставили ему сильный фронт. Противника встретит колоссальная сила артиллерии. Наши потери в пехоте пополнятся бесчисленными количествами новых соединений, частями фолькштурма, которые сейчас укрепляют фронт. Второй особенностью берлинской операции является оригинальность положенного в ее основу стратегического замысла. Войска трех фронтов наносили 6 сосредоточенных ударов на широком 300-километровом фронте. Первым белорусским фронтом командовал Георгий Константинович Жуков. Под его началом с 5 по 7 апреля прошли совещания и командная игра на картах и макете Берлина. Участниками этой игры были все, от командармов до командиров отдельных корпусов и начальников родов войск. Жуков решил главный удар нанести силами 5 общевойсковых и 2 танковых армий с плацдарма западнее Кюстрина. Танковые армии на второй день должны были выйти к Берлину,
и, обойдя его, соединиться на западной окраине. Общевойсковые армии на шестой день должны были Берлином овладеть. Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением прожекторов. Решено было обрушить наш удар за 2 часа до рассвета. 140 зенитных прожекторов должны были внезапно осветить позиции противника. Первым украинским фронтом командовал Иван Степанович Конев. На Первом украинском фронте был избран совершенно другой метод. Мы запланировали более длительную, чем у соседа, артиллерийскую подготовку, рассчитанную на обеспечение форсирования реки Нейсы и на прорыв главной полосы обороны противника на противоположном берегу. Конев решил нанести главный удар силами 3 общевойсковых и 2 танковых армий из района Трибеля. Вторым белорусским фронтом командовал Константин Константинович Рокоссовский. Начало операции для войск 1-го белорусского и 1-го украинского фронтов определялось ставкой 16 апреля. Для нас 20 апреля. Раньше мы не могли в связи с перегруппировкой войск с востока на запад. По сути дела, войскам фронта предстояло начать наступление сходу. Рокоссовский решил нанести главный удар силами 3 общевойсковых армий, 3 танковых, 1 механизированного и 1 кавалерийского корпусов в общем направлении на Нейстрелец. В войсках царил небывалый моральный подъем. Готовность с честью выполнить поставленную Родиной перед ними историческую задачу. И к этому готовила наших воинов более чем миллионная армия коммунистов и комсомольцев. Военные советы, политорганы прекрасно понимали, что как бы ни были талантливы наши военачальники, как бы ни были хорошо разработаны планы, но в конечном итоге судьбу сражений на поле боя будет решать наш советский человек, советский солдат. Шестнадцатого апреля совещание у Гитлера закончилось около 3:30 утра. О положении на Восточном фронте доложил полковник фон Германи. На фронте Одера затишье, наблюдаются только поиски разведчиков. Я взглянул на часы. Было ровно 5 утра. И тотчас от выстрелов многих тысяч орудий, минометов и наших легендарных «Катюш» ярко озарилась вся местность. После 30-минутного мощного артиллерийского обстрела, в течение которого противник не сделал ни одного выстрела, что говорило о его полной подавленности и расстройстве системы обороны, было решено начать общую атаку. По сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенные через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя. Это была картина огромной впечатляющей силы. И, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню подобного ощущения. И вот двинулись вперед армии, которыми командовали генералы Перхарович, Кузнецов, Берзарин, Чуйков, армии Колпакчи, Цветаева. И первая армия войска польского под командованием генерала Поплавского. С наступлением рассвета усилила боевые действия 16-я воздушная армия генерала Руденко. Первые 1.5-2 часа наше наступление развивалось успешно, но вскоре гитлеровцы, опираясь на сильную вторую полосу обороны, оказали ожесточенное сопротивление. И Жуков решил ввести в сражение танковые армии Катукова и Богданова. Жуков доложил об этом Сталину, тот выслушал и сказал. У Конева оборона противника оказалась слабей. Он форсировал Нейсе и продвигается вперед без особого сопротивления. Поддержите удар своих танковых армий авиацией. Вечером позвоните, как у вас сложатся дела. 6:50 утра.
После 45-минутного артиллерийского обстрела под прикрытием дымов наши войска начали переправляться через Нельсон. Переправа первого эшелона главных сил была закончена в течение часа. На всем участке прорыва началась наводка мостов. Армии, во главе которых стояли генералы Гордов, Пухов, Жадов, командарм 2-й армии войска польского Сверчевский генерал Каратеев обеспечили прорыв фронта и на главном направлении, и на Дрезденском. Гитлеровцы почти сразу же начали предпринимать яростные контратаки. Против нас были двинуты не только тактические, но и оперативные резервы противника. По всему видно было, что именно на Нейсенском рубеже обороны немцы намерены дать нам решающее сражение. Войска 1-го Белорусского фронта никак не могли преодолеть Зеловские высоты. Именно здесь гитлеровцы рассчитывали остановить наши войска и остановили. Вы напрасно ввели в дело 1-ю танковую армию на участке 8-й армии, а не там, где требовалась ставка. Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете Зееловский рубеж? Завтра, 17 апреля, к исходу дня, Зееловский рубеж будет прорван. Считаю, что чем больше противник будет бросать свои войска навстречу нам здесь, тем быстрее мы затем возьмем Берлин. Разбить врага в открытом поле легче, чем в городе. Мы думаем приказать Коневу двинуть танковые армии Рыбалка и Люлюшенко на Берлин с юга, а Рокоссовскому ударить в обход Берлина с севера. Танковые армии Коневы имеют полную возможность быстро двигаться. Их следует бросить на Берлин. Рокоссовский же может начать наступление не раньше 23 апреля. До свидания. Голос его был сух. В ответ он бросил трубку. Вот этот пасторальный пейзаж и есть Зеловские высоты. Даже не верится. Вроде и высот-то никаких нет. Так, холмики. Представляете, как здесь был укреплен каждый метр земли? Да и разве было это землей? Что могла эта ощетинившаяся, огнедышущая земля родить? Разве что кровь, страдания и смерть. Гитлеровская пропаганда называла Зеловский рубеж то замком Берлина, то неприступной крепостью. И нашим воинам нужно было этот замок открыть, эту неприступную крепость взять приступом. И чтобы дойти до Берлина, и чтобы эта земля вновь стала землею, заколосилась хлебами. Они дошли. Они преодолели. Но высокая цена была заплачена за это. Почти треть всех наших потерь в берлинской операции пришлась на этот рубеж. Войска 1-го Белорусского фронта с трудом пробивали тщательно подготовленную оборону противника. Наступление войск 1-го Украинского развивалось более быстрыми темпами. 18 апреля 1-й Украинский фронт завершил прорыв обороны противника по реке Нейсе. На следующий день войска 1-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленный рубеж по реке Одер и находились в 30 километрах от Берлина. Однако на этом пути противник имел мощные укрепления, занятые сильной группировкой войск. Первый Украинский фронт находился от Берлина гораздо дальше. Однако на его пути ни подготовленных рубежей, ни крупных резервов у противника не было. Ставка пришла к выводу, что сил одного 1-го Белорусского фронта для быстрого овладения Берлином недостаточно. А дела у Жукова идут пока трудно. До сих пор прорывают оборону. Нельзя ли, перебросив подвижные части Жукова, пустить их на Берлин через образовавшийся прорыв на участке вашего фронта? Товарищ Сталин, это займет много времени и внесет большое замешательство.
События у нас развиваются благоприятно, сил достаточно. И мы в состоянии перебросить обе наши танковые армии на Берлин. Ориентиром будет Цоссен. Вы знаете, что в Цоссене ставка гитлеровского генерального штаба? Да, знаю. Очень хорошо. Я согласен. Поверните танковые армии на Берлин. Как только Сталин положил трубку, я сразу же по ВЧ связался с командармами обеих танковых армий и дал им указания, связанные с поворотом на Берлин. Третья и четвертая гвардейские танковые армии Первого Украинского фронта, выполняя поставленную задачу, стремительно развивали оперативный успех на Берлин. Они поменяли широкий маневр, не ввязывались в затяжные бои, обходили опорные узлы противника, и благодаря этому у них темп был высокий. Я вынес из переговоров с англичанами и американцами убеждение, что наши сложившие оружие войска сохранят свою структуру для того, чтобы их можно было использовать против русских. Таким образом, дальнейшее существование немецкого порядка, опирающегося на силу, остается гарантированным. Нужно продержаться. На Востоке можно еще, по крайней мере, 2 месяца оказывать русским сопротивление. За это время дело дойдет до разрыва коалиции между русскими и англосаксами. Кто из них раньше обратится ко мне, с тем я и заключу союз против другого. Военному совету Первого Белорусского фронта. Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между русскими и союзниками. Эту паутину нужно разрубить путем взятия Берлина советскими войсками. Мы можем это сделать и должны это сделать. Итак, утром 20 апреля форсирование реки Вест-Одер началось почти одновременно на широком фронте всеми 3 армиями 2-го Белорусского фронта. Войска 65-й армии, которой командовал Батов, первыми приступили к форсированию реки. Под прикрытием артиллерийского огня вся масса наплавных средств устремилась к противоположному берегу. Все, кроме гребцов, ввели огонь из пулеметов и ручного оружия. Расширяя плацдарм на левом берегу Одера, вели напряженные бои армии генералов Батова, Попова, Гришина. Русские танки появились в окрестностях Цоссена, и сотрудники Верховного командования были вынуждены в спешке покинуть свою штаб-квартиру и бежать в сторону Берлина. Здесь, в Цоссене, в глубине подземных убежищ, размещалась ставка Генерального штаба сухопутных войск германской армии. За толщу бетона, в тишине, рождались планы уничтожения армии, захвата европейских столиц, планы порабощения народа. И долго казалось, что толщина этих стен, перекрытий, хитроумная система вентиляции вроде бы ни к чему. Война громыхала где-то далеко, на чужой земле, согласно разработанным здесь планам. Но вопреки им, 20 апреля 45-го, наши танки ворвались сюда. Фашистские генштабисты, упоенные еще недавними успехами, не удосужились разработать план собственного отступления. Им пришлось просто уносить отсюда ноги. Мой фюрер, руководство гитлеровской молодежи в моем лице решило преподнести вам в день 56-летия подарок. Молодежь 29-го года рождения. 15-летние юноши жаждут добровольно вступить в ряды СС, чтобы умереть за своего фюрера. Выслушав поздравления Аксмана, Гитлер во дворе имперской канцелярии напутствовал юных фолькштурмистов. Он сказал им короткую речь, очень короткую. «Мы должны обязательно выиграть битву за Берлин. Хайль вам!» А что, собственно, он мог сказать, посылая их на бессмысленную гибель?
Итак, 20 апреля в 16 часов 30 минут в ставке Гитлера началось очередное обсуждение ситуации. Это совещание было последним, на котором присутствовали почти все главари Третьего рейха. На повестке дня стоял один вопрос. Что делать? Для одних он означал, как спасти собственную шкуру, а для других, как воспользоваться ситуацией и подняться еще выше по лестнице власти. Само здание Третьего рейха уже трещало по всем швам и разваливалось, а вот они все еще боролись за власть. Геббельс настаивал на том, чтобы все партийное и военное руководство осталось в Берлине. А так как он был имперским комиссаром по обороне Берлина, то роль его возрастала, и он надеялся занять второе после Гитлера место, оттеснив Геринга и Гиммлера. У Геринга были еще более смелые планы. Умчавшись сразу же после совещания в горы Баварии, он обдумывал, как бы занять место фюрера. Риббентроп, проявив завидный прагматизм после совещания, отбыл в неизвестном направлении, прихватив с собой заранее приготовленные паспорта на чужие фамилии. Фашистские чины всех степеней и рангов покидали тонущий гитлеровский корабль. Первым начал действовать Геринг. Мой фюрер, согласны ли вы с тем, что после вашего решения остаться в Берлине и защищать его, я возьму на себя на основании закона от 29 июня 41 года, где я объявляюсь вашим преемником, все нынешнее ведение дел в империи. Если до 22 часов я не получу ответа, я буду считать, что вы лишены свободы действия и буду действовать по своему усмотрению. Посылая телеграмму Гитлеру, Геринг рассчитывал на то, что фюрера уже нет в живых. Он приказал приготовить самолет, на котором собирался лететь на переговоры к генералу Эйзенхауэру. За обедом Геринг говорит своему приближенному Коллеру. У Германии остается лишь один шанс. Мы заключаем перемирие с западными державами, поворачиваем весь западный фронт и выкидываем русских. Для этого мы еще достаточно сильны. В конце концов, между Востоком и Западом завяжется конфликт, и мы сможем облегчить работу с западным державам. Уверен, с англичанами и американцами можно хорошо сработаться. В эти же дни премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отправил телеграмму фельдмаршалу Монтгомери. Тщательно собирайте германское оружие и складывайте его, чтобы его легко можно было бы снова раздать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать. У Геринга ведь не было сомнений в том, что генерал Эйзенхауэр примет его, и они смогут договориться. И не встретился он с командующим союзными войсками только потому, что был арестован по приказу Гитлера. Борман предлагал расстрелять Геринга. Таким образом, освободилось бы место преемника фюрера. Фюрер же ограничился лишением Геринга всех постов и званий. И пока шел приказ об аресте Геринга, Гитлер направил ему следующую телеграмму. Время вступления в силу закона о преемственности от 29 июня 41 года я определю сам. Я не лишен свободы действий. Запрещаю любой шаг в указанном вами направлении. 20 апреля дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта открыла огонь по Берлину. Начался исторический штурм столицы фашистской Германии. Уже обстреливался центр Берлина. Поздно ночью Гитлер позвонил в главный штаб военно-воздушных сил. Знаете ли вы, что русская артиллерия обстреливает центр Берлина? Нет. Разве вы не слышите? Нет. Мы находимся в Вильдпарке. Приказываю авиации немедленно подавить эту дальнобойную батарею. Какой решительный приказ. Только в это время район имперской канцелярии обстреливался уже не дальнобойными орудиями, а обычной полевой артиллерией.
21 апреля отдельные части 1-го Белорусского фронта ворвались на окраины города и завязали бои в самом Берлине. 61-я армия, 1-я армия войска польского и другие соединения фронта быстро двигались на Эльбу, где предполагалось встретить союзные войска. Двадцать первого апреля продолжались упорные бои на всем нашем фронте. Сил для решительного рывка вперед на наших плацдармах было еще слишком мало. Это чувствовал противник и напрягал все усилия, чтобы сбросить нас в реку. Не удавалось. Весь день 21 апреля нашим танковым армиям во многих местах пришлось ломать достаточно упорное сопротивление гитлеровцев. К тому же танкистам пришлось преодолевать в этом районе многочисленные заграждения, затопленные поймы и другие препятствия. В победоносное шествие наших наступающих войск врывались иногда такие трагические мгновения, перед которыми отступало все самое страшное, что могло произойти на поле боя. Я иду по плацу Заксенхаузена. Здесь было уничтожено 100 тысяч человек. 100 тысяч из 11 миллионов злодейски умерщвленных фашистских концлагерях. Их сжигали в печах крематория, им стреляли в затылок, их вешали, травили газом, забивали насмерть. На них опробовали новые образцы гранат, отравленные пули, всевозможные яды. Но прежде чем убить, их пытались превратить в ничто. Уже не человек со своим прошлым, со своими мыслями, чувствами, привязанностью. Даже не живое существо. Сырье, материал. Волосы для матрасов, кожа для абажуров. Остальное на мыло и удобрение. Да, узников можно было лишить одежды и пищи. Отнять имена и дать вместо них номер. Их можно было потом и убить. Но главное фашистам не удалось. Не удалось лишить людей человеческого достоинства, желания помочь друг другу. Не удалось заставить забыть о возможности продолжить борьбу. И здесь человек оставался человеком. Фашистские главари уничтожали и другие народы, и немецкий народ. Я заставлю каждого жителя Берлина, будь то мужчина или женщина, драться до конца, чтобы выиграть часы и дни, необходимые для подхода армии генерала Венкла. Немецкие коммунисты и антифашисты в этот период активизировали свою борьбу. Их было немного, ведь их беспощадно уничтожали все эти годы. И в застенках гестапо, и в концлагерях. И какой силой и убежденностью нужно было обладать, чтобы в период победоносных шествий германских армий по столицам Европы, чтобы в период, когда страну буквально захлестнула волна национализма, решительно сказать всему этому «нет» и подняться на борьбу. И какой силой и убежденностью нужно было обладать в последние недели войны, когда можно было отсидеться, дождаться конца войны, выжить, расклеивать вот такие листовки. Гитлер и его преступная свора знают, что их конец близок. Эти подлые трусы все еще продолжают топить в крови собственный народ. Наш долг не допустить этого кровавого злодеяния. Наш долг перед народом, перед своей совестью и историей. И как много на кладбищах Германии могил тех немцев, кого фашисты уничтожили в апреле-мае 45-го, истинных дочерей и сыновей немецкого народа, тех, кто не склонил головы, кто боролся до конца за новую демократическую Германию.
Соединения 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по обходу Берлина с юга. Ударная группировка 1-го Белорусского фронта наступала на столицу фашистской Германии с востока. В эти дни мы отмечали 75-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вся воспитательная работа с войсками была одухотворена высоким именем вождя революции. Партийное сознание бойцов и офицеров в эти исторические дни завершения войны было чрезвычайно высоко. Усилился рост вступления в ряды коммунистической партии. Уже совсем немного времени оставалось до того момента, когда должен был прогреметь последний залп войны. Почти за четверть века до этого исторического дня Владимир Ильич Ленин говорил: «И только благодаря тому, что партия была на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек, шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти». Это было сказано о причинах победы над военной интервенцией и внутренней контрреволюцией. И когда мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, мы вновь и вновь обращаемся к этим ленинским словам. Центральный комитет партии принимал решения чрезвычайной важности, которые определяли и задачи текущего дня, и задачи глобальных масштабов. Выдвигал лозунги, которые поднимали миллионы. И уже рядовые коммунисты словом и делом вели людей. Вот такая листовка была написана 16 апреля 45-го, в первый день берлинской операции. «Товарищи, до атаки осталось 20 минут. Смотрите, мы, Алексеев и Рощин, идем направляющими. По сигналу поднимаемся первыми. Не отставайте от нас. Мы ворвемся в первую траншею, вы за нами. Поддерживайте нас. Немцы не устоят перед нами. Будьте готовы. Парторг роты Алексеев, комсорг Рощин». Как один человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы. Честно говоря, когда шла война, все мы, и я в том числе, были полны решимости воздать сполна фашистам за их бесчинство на нашей земле. Имели мы право на святое мщение? Конечно. Но мы сдержали свой гнев. Наши убеждения не позволяют отдаться слепой мести. Большую роль сыграли тут и воспитательная работа в армии, проведенная коммунистами, и великодушие, свойственные нашему народу. Конец Третьего рейха стремительно приближался, но фашистские главари все еще пытались склонить союзников на сепаратные переговоры. Мы, немцы, должны признать себя побежденными западными державами. И я прошу вас, граф, передать это через шведское правительство генералу Эйзенхауэру. Но невозможно для нас, немцев, и особенно невозможно для меня капитулировать перед русскими. Против них мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока фронт западных держав не придет на смену нашему фронту. В этот же день глава Временного правительства Франции получил послание от Гиммлера. Я готов признать, мы побеждены. Но что вы, французы, станете делать теперь? Собираетесь положиться на англосаксов? Или, может быть, вы верите в союз с русскими? Единственный путь, который может привести ваш народ к величию, это путь договоренности с побежденной Германией. Вам необходимо безотлагательно вступить в контакт с теми деятелями Рейха, которые еще располагают реальной властью. Они готовы к этому. Они просят вас об этом. Де Голль не счел нужным ответить Гиммлеру. Итак, еще с конца 1944 года Германия вела войну за выигрыш времени, надеясь на то, что в войне, в
в которой с обеих сторон участвовали разные государства и различные армии, в любое время могло возникнуть совершенно неожиданное изменение обстановки в результате комбинации различных сил. Таким образом, мы вели войну в ожидании событий, которые должны были случиться, но не случились. Пройдет четверть века, и западногерманский публицист буржуазно-либерального толка Хафнер со всей определенностью напишет: весной и ранним летом 45-го действительно существовала опасность, или, если хотите, шанс, что война между победителями могла вспыхнуть сразу же. По крайней мере, один из ведущих деятелей коалиции, Черчилль, был готов и даже стремился к этому. Боевые действия на всех направлениях принимали особенно жестокий характер. Темпы продвижения наших войск несколько снизились, но сбить их гитлеровцам не удалось. Фашистская группировка была окружена и расчленена. Пятая ударная армия, ведя ожесточенные бои, продолжала успешно продвигаться к центру Берлина, к площади Александерплац, Берлинской ратуши, Имперской канцелярии. 24 апреля, еще за 8 дней до окончания штурма Берлина, Берзалин был назначен первым советским комендантом Берлина. Почему именно он? Об этом хорошо написал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, что, учитывая наиболее успешное продвижение 5-й ударной армии и особо выдающиеся способности командующего 5-й ударной армии Николая Ростовича Берзалина, он был назначен первым советским комендантом и начальником гарнизона Берлина. Еще шел бой в Берлине. Наши многие люди умирали от фашистских снарядов и пуль, от фауст-патронов, а наш советский солдат и офицер делился своим пайком хлеба с голодающими немецкими детьми, стариками, старухами. Наши врачи и медицинские сестры оказывали помощь раненым. Наши полевые кухни на улицах Берлина готовили пищу и раздавали немецкому населению. И они рассказывают, что первый кусок хлеба, первый глоток воды они получили из рук Берзалина и его соратников. И называют это берзаринский хлеб, берзаринский суп, берзаринская вода. Ну а в сегодняшнем Берлине площадь названа именем Берзалина. Улица носит его имя. Красивый, большой, мирный город. Словно и не испытал он никогда кошмар войны. А площадь, названная именем советского командарма, памятник в Трептов-парке советскому воину-освободителю, это память не о войне, а о тех, кто поставил на ней точку, кто помог немецкому народу открыть первую страницу истории новой демократической Германии. С нарастающим ожесточением 25 апреля шли бои в центре Берлина. Противник, опираясь на крепкие узлы обороны, оказывал упорное сопротивление. Наши войска несли большие потери, но, воодушевленные успехами, рвались вперед, к самому центру Берлина, где все еще находилось главное командование противника во главе с Гитлером. Об этом мы узнали из немецких радиопередач. Гитлер истерично призывал свои армии к спасению Берлина, не зная, что они уже разбиты. Где 12-я армия? Почему Венк не наступает? Когда же вы начнете наступать?
День 25 апреля был полон крупных событий. Но самое крупное из них произошло не в Берлине, на Эльбе. 34-й гвардейский корпус 5-й гвардейской армии генерала Жадова встретился с американскими войсками. Именно здесь, в центре Германии, гитлеровская армия оказалась рассеченной пополам. Вот и встретились союзники, товарищи по оружию. И сегодня, 40 лет спустя, не только мы, но и американские ветераны Второй мировой войны наверняка вспомнят об этой встрече. Были распахнуты объятия, сердца открыты для дружбы. И был еще общий враг, общая борьба и надежда на скорую победу. И главное, на прочный мир после этой страшной войны. Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира. Надо немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения. Но сделать все это было не так-то просто. И это прекрасно понимали и политики, и военные. Американские и английские народы выступили бы против разрыва отношений с Советским Союзом. Английский народ был по горло сыт войной, и его нельзя было убедить воевать с русскими в 1945 году. Русских все считали героями, и любое английское правительство, которое бы захотело воевать с ними, не смогло бы этого сделать из-за возмущения в стране. 25 июня 1945 года газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» писала: «Русские парни могут, вероятно, беспокоить некоторых наших стратегов. Но для простых людей они наши парни, а для сражающихся солдат – герои». В небольшом городке Тургау и произошла историческая встреча советских и американских солдат. По фермам разрушенного моста через Эльбу перебрались навстречу нашим солдатам американские парни. Одним из них был и Джозеф Половский. Потом он возвращался в Тургау не только в своих воспоминаниях. Приезжал сюда в разные годы жизни. Он завещал похоронить себя здесь. И просьба его была выполнена. Она не казалась странной. В его жизни не было более светлого часа, чем встреча с товарищами по оружию, чем общая победа над германским фашизмом. Но чувства простого солдата не учитывались в соображениях Черчилля и в планах Трумана. Этот день был богат событиями. В Сан-Франциско открывалась конференция для подготовки устава всеобщей международной организации по поддержанию мира и безопасности. На смену военной стратегии приходила стратегия мира. В работе этой конференции, самой крупной в истории дипломатии, приняли участие 282 делегата и свыше 1500 экспертов. Нарком иностранных дел Молотов, посол СССР в США Громыко. Устав Организации Объединенных Наций от Советского Союза подписал глава нашей делегации Андрей Андреевич Громыко. Представители 50 государств поставили свои подписи под этим документом. Преамбула устава ООН начиналась следующими словами. «Мы, народы Объединенных Наций, преисполнены решимости избавить грядущее поколение от бедствий войны». На конференции выступил Трумэн.
Он говорил о мире, но его слова уже расходились с делами. В день открытия конференции военный министр Симпсон сообщил президенту. Через 4 месяца мы, по всей вероятности, завершим создание самого мощного оружия, какое когда-либо знало человечество. Одной такой бомбой можно разом уничтожить целый город. Никакая другая страна не сможет добиться этого в течение ряда ближайших лет. Так впервые Трумэн узнал о существовании Манхэттенского проекта. Группа американских физиков и физиков-эмигрантов, бежавших в США от фашизма, уже в течение нескольких лет работала над созданием атомной бомбы. Они спешили. Было известно, что ученые фашистской Германии разрабатывают оружие невиданной разрушительной силы. Но как неожиданно заявление, сделанное генералом Гровсом. Считаю нужным заявить, что уже через 2 недели после того, как я возглавил Манхэттенский проект, у меня не осталось никаких сомнений, что он направлен против России. Наступление наших войск продолжалось. Было очевидно, что развязка битвы за Берлин близится к концу. Снаряды уже рвались на территории имперской канцелярии. Ураган огня и стали обрушился на имперскую канцелярию и правительственный квартал. Нам несколько раз казалось, что обстрел достиг уже своего предела, но мы ошибались. Недостаток воздуха становился невыносимым. Люди в бомбоубежище впали в состояние апатии. Так еще совсем недавно выглядела имперская канцелярия. Претенциозная помпезность нравилась главарям Третьего рейха. Правда, в этот день никого из них здесь уже не было. Забились в подземелье, лихорадочно соображая, как уцелеть. Странные чувства испытываешь, поднимаясь на этот холм. Можно смело сказать, я иду по имперской канцелярии. И это не будет ни символом, ни преувеличением. Да, здесь были 3 ее наземных этажа, подо мной 6 подземных. Поросло все и бельем, и травой. Хорошо. А с высоты холма виден Рейхстаг. Он совсем недалеко, в Западном Берлине. В мае 45-го над ним развивалось красное знамя. И союзническая комиссия подписала соглашение, из которого следовало, что оно всегда будет развиваться над куполом Рейхстага. Спустя какое-то время, чтобы этого не было, американцы купили купол и вывезли его отсюда. А нет купола, нет знамени. Такой вот нашли выход. И плиты, которыми был облицован Рейхстаг, на которых наши воины, взяв его, оставили свои автографы, под предлогом ремонта содрали и уничтожили. Остались только 2 плиты. Их ночью вывезли из Западного Берлина немецкие рабочие и передали нашим солдатам. Чтобы не допустить проникновения частей русских в район имперской канцелярии по туннелям метро, приказываю открыть шлюзы на Шпрее и затопить станции водой южнее бомбоубежища. Здесь, на станциях и в тоннелях берлинского метрополитена, в ужасе погибали женщины, дети, старики. Тонули, задыхались от нехватки воздуха. И те немногие из них, кто еще не до конца осознал, что такое фашизм, понимали, наконец, это в последнее мгновение своей жизни. Дорогая цена. Жестокий урок.
Наши солдаты в эти часы добивали остатки гитлеровцев и спасали иногда ценой собственной жизни немецкий народ от смертельно раненого, но все еще продолжающего убивать фашистского зверя. 29 апреля Карл Вольф подписал безоговорочную капитуляцию всех германских войск в Италии. Гитлер еле слышным голосом сказал нам: «Трупы мой и Евы Браун нужно будет сжечь. Я не хочу, чтобы враги выставили мой труп в паноптикум». Оказывается, 29 апреля Гитлер получил известие о смерти Муссолини и его любовницы. Оба были расстреляны партизанами и подвешены за ноги на площади Милана. И так одна парочка уже болталась вниз головой, а другая еще собиралась сочетаться браком. 29 апреля после полуночи. Гау-инспектор Вагнер наспех задает вопросы об арийском происхождении жениха и невесты. Гитлер подписывается своим подлинным именем Шикльгрубер, невеста Ева Гитлер. На свадебном пиру воцарилась атмосфера настоящего конца. В эти минуты Гитлер писал свое завещание. Перед смертью я исключаю из партии рейхсмаршала Германа Геринга, а также рейхсфюрера и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. Я, как фюрер нации, называю членов нового кабинета. Президент Рейха адмирал Дениц, канцлер доктор Геббельс, министр партии Борман. «29 апреля нашим войскам до бункера Гитлера оставалось пройти 500 метров. До Рейхстага не больше». Все стремились к Рейхстагу. Кто первый? Шло невиданное боевое соревнование между частями, подразделениями. Каждое подразделение, начиная от взвода и выше, имело свой флаг. И она стремилась донести этот флаг до Рейхстага, там где-то его водрузить как символ чести, символ мужества, символ славы своего подразделения или части. В 13 часов после повторной артподготовки началась новая стремительная атака. Завязался рукопашный бой непосредственно перед зданием Рейхстага и за его главный вход. В 14 часов 25 минут батальон старшего лейтенанта Самсонова, батальон капитана Неустроева и батальон майора Давыдова ворвались в здание Рейхстага. Но и после овладения нижними этажами Рейхстага гарнизон противника численностью более 1000 человек не сдавался. Шел ожесточенный бой внутри здания. Мы увидели знамя. В 14 часов 25 минут они прикрепили с правой стороны вот к этой колонии. Я доложил командующий армии Василий Иванович Кузнецов. Василий Иванович доложил маршал Советского Союза Жуков и вам. Товарищ Сталин, мы приготовили подарок нашему народу. Хотим порадовать его к пролетарскому празднику. Какой подарок? Наши войска ворвались в Рейхстаг. Хорошо. Но не подгоняйте штурм к празднику. День и час для нас не играют роли. Вопрос решен. Это случилось. Произошло. Сержант Егоров и младший сержант Кантария водрузили знамя победы над главным куполом Рейхстага. К концу дня 30 апреля положение берлинской группировки врага стало безнадежным. Она фактически оказалась расчлененной на несколько изолированных групп. Прошел слух об исчезновении Гитлера и о его самоубийстве. В этой яме фюрер нашел свое последнее прибежище. Потом было найдено еще несколько трупов. Двойники Гитлера. А чуть позднее станет известно. Оба трупа, завернутые в ковер, были вынесены в сад.
Эсэсовцы положили трупы в яму. Ураганный огонь не позволил отдать никаких почестей. Трупы были облиты бензином и подожжены. Вспыхнул огромный и жуткий костер. Борман, Геббельс и другие наблюдали из укрытия. После того, как трупы были сожжены, все присутствующие направились в бункер. Дверь в комнаты фюрера была приоткрыта, и оттуда исходил сильный запах горького миндаля. Первого мая Берлин выбросил белые флаги. 2 мая сдался в плен командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг. Он приказал войскам немедленно прекратить сопротивление. Эта тишина еще непривычна для вас. Еще непривычные мысли, что больше никогда, ни разу, многим из вас уже не надо будет идти в бой. Слушайте песни, отоспитесь, с аппетитом поешьте, напишите письма родным и зачехлите пушки. Многим из них уже никогда не надо будет стрелять. Вы сделали все, что могли. Все, что в силах человека и за их пределами. Вы дошли до Берлина, до Бранденбургских ворот, до Рейхстага. Вы знали и верили, что это произойдет и в 41-м, когда отступали по пылающей Белоруссии, и в 42-м в окопах Сталинграда. Скоро вы вернетесь домой. Вы еще поднимете из пепла города и деревни, заводы и фабрики, электростанции, распашете землю, посеете хлеб и полетите в космос. Не было и не будет на земле того, что вы, солдаты Победы, не смогли бы сделать, не сумели бы совершить. Нашу победу кое-кто еще назовет чудом, случайностью, стечением благоприятных обстоятельств. Ерунда! Стратегия нашей победы опиралась на единство народа и партии, народа и армии, на понимание каждым своих высоких целей и благородных задач. Так закончилась берлинская операция. Я иногда думаю о том, что уже в первые часы штурма Берлина гитлеровские главари могли бы отдать приказ о прекращении сопротивления. Ведь уже было ясно, что Берлин им не удержать. Были бы спасены сотни тысяч жителей города. А впрочем, когда это гитлеровские главари думали о человеческих жертвах? Они готовы были сражаться до последнего солдата, если даже этим солдатом был необученный 14-летний паренек. Лишь бы только сохранилась надежда, пусть самая крошечная, вдруг еще произойдет чудо. Вдруг им самим удастся избежать возмездия. Посылая на смерть миллионы, они панически боялись собственной смерти. Итак, Берлин пал. Но война еще продолжалась.